Горки, центр большой вот этих поселков и деревни, 1800 человек здесь числилось, но их было значительно больше здесь, вот, пока насчитали по немецким архивам, более 2000 уничтоженных было, но и еще больше было, здесь не менее 2500. Такие вот акции устрашения, как здесь, проводились не только здесь, не только в Могилевской области, в Витебской, Минской, Умицкой. Там, где было хорошо развито партизанское движение, были партизанские зоны.